І саме тут буде визначено головного співака України. Сьогодні ми в останньому місці у Києві. І подивіться, скільки тут ще бажаючих довести суддям, що вони саме те, що ми шукаємо. Просто зараз на сцені «Х-фактора» співатиме Денис, син відомої української співачки Таїсії Повалі. Ну, мені неприємно, коли син Повалі. Ну, я ж просто чоловік, ну, я просто Денис. Ну, яка різниця, чи я син? Денис вирішив заспівати на сцені «Х-фактора» усупереч застереженням відомої мами. Він, ну, ладно, йди. Хочеш позор, йди. Ну, в смислі, хочеш опозорити мою фамілію, йди. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Сергей. Расскажите о себе немного. Пишу песни, исполняю их. В караоке бываю редко, но в последнее время вот увлекся. Да? Да, вот когда пошел на X-Factor, понял, что я люблю попеть, честно говоря. Скажите, а вы однофамилец Таисии Повалей? Ну, да, у нас одинаковая фамилия. Серега, це її син. А почему вы не хотите об этом говорить? Ну а зачем? Я все-таки самостоятельная единица, как-то не хочется за счет мамы выезжать. Вы стесняетесь этого факта? Нет, я не стесняюсь, я наоборот очень горжусь тем, кто у меня мама. Я Денис Повалі! Спасибо! Что вы будете исполнять? Николай Носков, это здорово. Спасибо. Дивись, мені здається, що все-таки на твою творчість, хотів би ти цього чи не хотів, вплинув золотий голос України, яка, на щастя для тебе і на радість всім нам, є Таїсією Повалій.
Я тобі скажу так. Дякую, Ігор. Денис, у вас приятный голос, и вы неплохо поете. И тембр тоже такой глуховатый чуть, тоже симпатичный. Я считаю, что сын Таисии Повалий должен выступать достойно своей мамы и держать марку. И чтобы его брали не за имя мамы, а за ваши профессиональные качества. Я надеюсь, что это будет... Ну, через какое-то время, может быть, через год, через два. А пока нет. Окей, спасибо. Согласен. Ёлка. От вас, Денис, исходит какое-то спокойствие. И мне все-таки кажется, что природа решила на вас не отдыхать. Мне очень понравилось. Я говорю спасибо. Вам да. Спасибо, Лиза. Але... Але Серега, якщо скаже ні, приєднається до сусідова, то спасибі, що прийшов. Не розумію. Денис, зачем ти вийшов на ту сцену і став на этот крестик? Ну, щоб, можливо, доказати себе в першу чергу, що я можу виступати, що я можу петь. І хотілося услышать ваше мнение, як безпристрастного професіонального жюрі, яке вже з'їло багато собак на своєму пути. І людей також, до речі. Людей. Конкурсантів я маю давати. Згоден. Мне все равно, что твоя мать Таисия Повали. Это никак не повлияет на мое решение. Ты стоишь на этом крестике, и в ближайшее время X-Factor — это твой крест. Проходишь дальше. Да. Спасибо огромное. У тебя три так, ты идешь далее. Дякую. До встречи. Молодец. Я думал, все честно говоря. Ты молодец. Не, мы верим. Я ужасно переживал. Ну, конечно. Но было видно, что ты просто знаешь, что вот взял и так собрался из последних сил. Ну да. Скажи. Ну, ночь не спал, учил слова. Как-то даже не успел отрепетировать движение, поэтому стоял как... Ну, смотри, ты слова не забыл. Классно, кстати, да? Кстати, да. Теперь до встречи, и борьба будет жестокой. Стараюсь. Удачи. Ребят, спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо огромное. Yes, я это сделал! А все, що відбувалося на сцені київського відбору після виступу Дениса, переконало і його, і суддів. Ви то, що треба, я говорю вам да. Тобі скажу так сьогодні. Конкуренція у тренувальному таборі буде шаленою. Адже співочих талантів Києву не позичати. Я тобі кажу так, да. Я говорю вам да. Геніально. 4 да. Та ці хлопці переконані, вимогливій четвірці варто запастися компліментами. Адже найяскравіший виступ столичного відбору ще попереду. На сцену готуються вийти вони, брати Потапови. Привіт! Ми братья Потапови. Я Ваня, а я Дима. І ми знову з вами. Мы соседи и не знали, и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Брати Потапови завдяки виступу на шоу «Україна має талант» відчули на собі, що таке бути зірками. Узнаю, да, хотят некоторые люди, чтобы мы с ними сфотографировались, некоторые берут автографы, ну это да, уже от пожеланий зависит. Хлопці не сумніваються, співати вони вміють, тож пропустити найграндіозніше вокальне шоу планети просто не можуть. Ми не думаємо так, що от ми, мол, зірки, от ми зараз прийдемо, от вони нам всі зразу скажуть, да, ні, цього не буде. Ми постараємося заробити чесним трудом, собі місце в сотні краще. Своїм очам. Брати Потапови, це ви? Да, это мы. Вам мало слави? Пока да. Слухайте, ну я
Чесно, я радий вас бачити, звичайно, але очі радий я вас чути. Зараз ще подумаю. Ви вивчили нові пісні? Да, а що такого? Я нічого тут такого. Пам'ятаю, ви приходили перший раз на Україну має талант і казали, що ви знаєте лише одну пісню, але так, що мама дорогая. Ну-ка, друзі, розпрямітесь. Ви ж авіатори. До речі, я тут плечі не сам. Плечі розверніть. Да, так проще. Хлопці, ну, я буду дуже радий помилитися у своїх відчуттях, але щось мені підказує, що зараз буде дуже весела пісня. Я надіюсь, в этот раз нам лучше получится. Добре, я надіюсь, серйозно, сьогодні в мене гарний настрій. Яка пісня зараз буде в вашому виконанні хітом сьогодні? Главное, ребята. Первая Главное, пісня... ребята? Да. Вперед. Главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только с самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгой точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там веками ветры. Да, спасибо, спасибо. Народ також шокований. Хлопці, от така величезна пігулка оптимізму зараз була, проковтнув я, і слухаючи вас, я зрозумів, що я доживу до того моменту, коли збірна України буде чемпіоном світу по футболу. Тому що так, як ви навчилися співати, я думаю, що, може, вони колись навчаться грати в футбол. Браво! Я вам аплодую. Спасибо, Ігор. Спасибо. Брати Потапови задоволені. Ще два атаки вони продовжать боротьбу за звання головного співака країни. Сергій Соседов, ви не бачили братів Потапових в попередньому проєкті, це ваше щастя. Нічого, нічого, прикольно, так от з виходцем, да, так. Ну надо, ребят, душевні, душевні. Под крилом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Да. Под крилом самолета о чем-то поет душевне, душевне. Зеленое море тайги. Не получается душевно. Никак душевно не получается. Видимо, в баню мало ходите, друзья. Вот что, идите-ка вы в баню и учитесь там петь. Ёлка, як тобі, брати Потапові? Ну, на самом деле, братья Потапови – это уже такой раскрученный бренд. Бренд, да. Зарегистрированная торговая марка, я надеюсь. Вы знаете, я поверю Игорю, если он сказал, что за год вы сделали невероятные успехи, то вот вам еще от меня один год для того, чтобы вы пришли максимально подготовленными. Как хотите. Вот, я вам говорю нет, ребят. Серега. А, ти хочеш. Ти нічого не хочеш казати? Будь ласка, люди прийшли за твою рекомендацію. По російським меркам Ютуба 100 тисяч просмотрів вважається успішним показателем. Ну, у нас 100 тисяч просмотрів. 140 навіть. 140? Ну що ж, я поздравляю. Скажіть, а ви будучі льотчики або будучі авіатехніки, авіаконструктори, авіастроїтелі? Інженери-електронщики. А що ви производите конкретно? Датчики разнообразные, которые определяют параметры самолета в воздухе. Бортовые компьютеры. Черный ящик. Серега, черный ящик.
Ну, вот для меня ваше выступление — это своеобразный черный ящик. Мне кажется, что я не смогу его расшифровать вообще никак. Даже не знаю, за что вас похвалить. Я скажу вам напутствие. Уходить со сцены нужно на пике карьеры. Мне кажется, что этот пик вот сейчас для вас настал. Хлопці, ви почули думку безпристрасного суворого журі пісенного, найграндіознішого пісенного конкурсу України, а я вам кажу, як людина бачила вас в іншому проєкті, у вас гігантський кенгурячий стрибок вперед. Браво! Якщо будете брати уроки вокалу, то, думаю, через 2 роки ви порвете не лише цей проєкт, а й всю Україну. І YouTube в тому числі. І тому я вам за вашу завзятість і за вашу впертість нелюдську кажу так. У вас 3 ні і 1 так від мене. До побачення! Спасибо. Спасибо. Здаватися брати Потапови не планують і обіцяють наступного разу без 4 так вони точно не підуть. Будуть времена і лучше, і на нашій вулиці буде праздник. Що таке боротьба за суддівське «так» і яка вона нелегка, дуже добре знає цей хлопець. Щоправда, такий корисний досвід Дмитро здобув не на «Х-факторі», а в іншому проєкті і з іншими суддями. Привіт, мене звати Діма Монатик, я приїхав на кастинг, тому що я люблю і вмію танцювати. Минулої п'ятниці вся країна спостерігала, як він відчайдушно доводив, що вміє танцювати. Готуйтесь до Ялти. Діма їде в Ялту. Відрахувавши, що до початку танцювальної боротьби у Ялті ще цілий тиждень, танцівник Дмитро вирішив спробувати щастя у вокальному шоу. Адже співати він дуже любить, а тут саме такі і потрібні. Зараз, кстати, вже навіть так нічого виходить. Даже знаю до ре, ми, фа, соль, сі, там мажори, дієзи, все, я купив себе. Пособие для чайников. Музыкальное. Ну где же он? А, вот. Добрый он. Вечер! Здрасте. Привет, Дима. Как настроение? Прекрасно. Все клево. Все-все? Конечно. Как иначе? Ну, наверное, все-все будет клево сегодня, когда ты выйдешь со сцены, тебе скажут да. Или я ошибаюсь? Это будет прекрасно. Отлично. Ты готов? Конечно. Тогда вот этими ступенями на сцену, пожалуйста. Как здорово, что вы поддерживаете такое количество людей в зале. Здрасте. Здравствуйте, Дима. Однако вы маленький для танцовщика балета. Ну, это вам так кажется. Да? Ну что, ну какой же маленький. Давайте, пойте. Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ? Так ніби він завжди чекав лише мене. А як болить постійний спокій нашого вікна? Вічно далекий, як і ти, улюблений мене. Така, як ти, буває раз на все життя. Вітаю з неба. Така, як ти, один лиш раз на все життя. Не вистачає хиття. Yeah.
Здорово, мне очень понравилось. Молодец, умница. Дмитрий, я озвучу свои опасения. Я переживаю о том, что у вас всегда будет бороться танцор и певец. Ну, по крайней мере, я очень постараюсь, чтобы вы больше этого не видели. На сегодня переспорил певец, да. Нет, нет, Дима, пусть вас спорят певец и танцор. Кто кого переспорит? Спасибо. Вы очень гармонично сложены. Прекрасно все это получилось у вас. Ладно, складно, точно, ритмично. Ну, действительно, как у профессионального танцовщика. Голос красивый, интересный. Вы мне нравитесь, я говорю да. Спасибо. Дима, мені здається, ти на сцені, коли співаєш, дуже невпевнено себе почуваєш. Ти якийсь закритий на сцені. Коли танцюєш, ти відкритий. А коли співаєш, ти напружений, тому що це менш твоє середовище, ніж танцювальне. І я думаю, що те, що я побачив, спонукає мене все-таки сказати тобі ні. Да, Дмитрий, шоу-бизнес знает, конечно, примеры успешных поющих танцоров, например, Quest Pistols, небезызвестный. Но в нашем шоу нужно петь вживую, да, тебе придется соревноваться с реально сильными вокалистами. Справишься ли ты, будешь ли ты одним из сильнейших, сможешь ли ты блистать своим вокалом? Я думаю, нет. Ну, может быть, все-таки... Вы дадите мне этот шанс попробовать? Я уверен, что блистать ты не будешь. Ну, будешь петь на уровне. Такое тоже иногда случается. Проходишь дальше, да. У тебя три такта, ты идешь далее. Спасибо вам. Сейчас у меня очень большой выброс такого адреналина после сценического, и по-другому, ну, взять себя в руки очень трудно. Я понимаю, может быть, я чем-то вас и раздражаю сейчас, но это не из-за того, что мне так хочется. А, с телезрителем. Не, я очень рад, честно, клянусь. Мне хочется подбежать, вас расцеловать. До числа найкращих співаків країни збирається увірватися і ця дівчина. Привет, я Юля Головина. Приехала сегодня на X-Factor, потому что верю в себя и в свои силы. Віра в свої сили з'явилася у дівчини, щойно вона побачила рекламу X-Factor. Юля одразу зрозуміла, її місце у цьому шоу. Мені сразу понравилась символіка X-Factor, вот X. И я так почувствовала, что вот что-то здесь есть такое родное, мое, мой любимый красный цвет на табличке. И решила, что почему бы и нет. Юлечка, вы чем занимаетесь? Я учусь, я студентка, учусь на двух факультетах параллельно, на заочной и на дневной форме. Ну, кем вы будете? Я буду практическим психологом, либо же филологом, или же певицей. Отлично. Тогда давай посмотрим. Вот ступени, они ведут на сцену. Хорошо, уже сейчас нужно выходить. Нужно. Нужно. Здрасте. Здрасте. Юля, скажіть, будь ласка, це правда, що ви проти наркотиків і алкоголю? Да, это правда. Я никогда не принимала этого всего. Мне хочется, чтобы люди наконец-то одумались и бросили наркотики. Спасибо. А какое отношение, Юля, это имеет к пению, скажите? У меня есть песни, которые я посвящала проблеме борьбы с наркотиками. Вот. Хотелось бы выпустить свой альбом, который бы говорил людям, что хватит это все делать, и который бы наставлял их на путь такой нужный, правильный. Вы считаете, что это поможет? Я верю в то, что это поможет. А что ты хочешь спевать? Океанезе 911. Давай 911. Хорошо.
Я хотела бы посвятить эту песню людям, которым не хватает внутренней силы. Я хочу, чтобы они боролись за себя и за свои идеи. Я с вами. Аминь. Я с вами. Ты моя остальная любовь. Моя машина, моя машина. Автомобиль. Юля. Юля, стань на хрестик. Нападали у нас на хрестик. Юля. Да. Ну, во-первых, возникает желание обойти вокруг сцены три раза со свечой. А во-вторых, кто издавал эти звуки? Вместо да. вас. Скажіть, будь ласка, а у музичних критиків є слова якісь з приводу цього? Нет, Юля. Неужели нет комплиментов? Орете, а не поете мимо нот. И еще одно из главных. Вы не умеете работать с микрофоном. Надо учиться этому. Это часть профессии. Да всему вам надо учиться. Все. Я говорю вам нет. Юлечка, если так вдруг случится, что вы запишете свой альбом и начнете концертную деятельность, боюсь, что люди перестанут верить вам в то, что вы пропагандируете здоровый образ жизни. Потому что я засомневалась. Нет. Ваше пение как наркотик. А с наркотиками нужно бороться. Я говорю вам нет. Спасибо, да. И ведь мы на ней. Юля, да, тобі туди. Зате яскраво. Юля. Ну, все хорошо, мне сказали нет, но как бы не расстраивалась. Девочка, а ты, да. Детка, сама как спела, Жалко. Как считаешь? Я считаю, что да, позабывала слова, где надо и не надо, в общем. Ну, ничего страшного. А с нотами там? Ничего, все. Ну, как бы, я знаю свои минусы, я все это видела, ничего страшного. Как бы мой X-фактор отличается от X-фактора этого шоу. Они просто разные. Та спів Юлі став лише першим випробуванням для наших суддів. З кожним новим виступом столичне прослуховування стрімко перетворювалося на абсурд. Пожалуйста, тільки живі, ти живітись, я живу тобою. Два кольори мої, два кольори. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы поете, как музыкальный критик. Нет. Как прекрасна даль морская. Все не то. Многое потеряли. А не спеть ли нам песню? Ні. Зрештою, втомлені відверто провальними виступами судді залишають свої місця. Нас наказали. Ну, Київ нас наказали. Київські таланти нас просто... Наказали, на расстрел. Ой, слушать почти некого, но дятина. Я готов вообще уйти. Нудятина, звука смерти. Незапланована перерва помітно затягується. Схоже, судді всерйоз зневірилися у столичних співаках.
Я скажу честно, что если бы не реплики соседа, то я бы уже повесился. Одна радость. Да. Не, серьезно, спасибо тебе. Ты всегда находишь. Да. Хорошие или плохие. Я за всех отдуваюсь. А серед схвальованих учасників у холі ширяться чутки, що судді збираються просто зараз завершити київський відбір. І, здається, повернути суддівську четвірку до роботи зможе тільки одна людина. Схоже, судді повертатися до зали не збираються. Так справи не буде. Ребят, ну я понимаю, что все устали, все так понятно, непросто, но... Нам сложно, потому что мы не хотим работать. Ну пора, идемте. А мотивация? А мотив? Ну люди ждут. Все погано. Ладно. Пойдемте. Сереж, давай. Почему ты утешаешь только конкурсантов? А как насчет членов жюри? Они такие сильные, вы такие классные. Спасибо, Оксана Дмитриевна. Пожалуйста, пойдемте. У нас очень много людей еще. Соседу. Сереж. Ты уже молоток? Очки. Сереж, я жду только вас. Ладно, я думаю, зараз буде краще. Там удачи. Зараз буде краще. Хорошего продолжения дня. Быстро. Чи не найбільше за інших учасників поверненню суддів зрадів Влад. Адже цей хлопець як ніхто готувався до сьогоднішнього виступу. Заради участі у X-Factor'і за 2 місяці він схуднув на 10 кілограмів. Скільки я весив? Десь около 90 я весив. У мене була хороша кузіка. Грубо говоря, так. Тяжело було тільки в початку. Ну, X-Factor оправдывает это все. Я поставила себе цель, или худей, и идешь в X-Factor, или не худей, и сиди себе, ну, грубо говоря. Зараз Влад боится только одного, чтобы все его усилия не виявилися марными. Привет. Здравствуйте. Как ты себя чувствуешь? Чувствую отлично, вот так. Ну, я вижу, что вот так, а сердце выскакивает. Вискакує, але я думаю, буде більше вискакувати. Так буде ще більше. Все нормально. Думаю, то зараз це нормально. Але я дуже хочу, щоб твоє хвилювання зараз ніяк не відбилося на виконанні тобою пісні, яку ти хочеш показати. Да. Домовились? Домовились. Добре, ми тут за тобою вболіваємо, а ти оцими сходами йдеш на сцену. Добре, мікрофон. Здравствуйте. Меня зовут Владислав Павлов, мне 17 лет. Пришел на шоу показать свой X-Factor. Владислав, а правда, что вы, когда узнали, что вам предстоит кастинг, похудели с 90 килограмм на 80? Правда, только не с 90, где-то с 88 до 75. Это вот такое желание неистребимое. Он сам стремился. Я узнал, что будет X-Factor. Долго не мог похудеть, но конкретно... Я просто решил для себя, что я хочу в X-Factor. И поставил перед собой цель, и вот пошел к ней. Что будет петь, кстати? Песня Дима Билан «Believe Me». Пойте. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing gonna move these mountains or change my direction. I'm falling off the sky and I'm all alone. The courage that inside gonna break my fall. Nothing gonna move these mountains. But if I keep going on, it will never be impossible. Not today. Something to believe me. As long as I'm breathing, there is not a limit to what I can dream. Cause I get something to believe me. Mission to give.
Владислав. Да. Но вам самому понравилось ваше выступление? Не подсказывайте. Дальше ему придется без вас как-то выкручиваться. Да, я очень счастлив стоять на самой большой сцене страны. Подождите, подождите. Пение ваше вас впечатлило самого? Да правда отвечаете? Я думаю, да. Да. Влад, да. Скажите, сегодня в зеркало на себя дивився? Да, было дело. Твій образ тобі не нагадує нікого з тих, кого ти бачиш на естраді, на сцені? Не знаю, може це нагадує тільки Кондратюку щось? Мені це нічого не нагадує. Вроді б і ні. Ну це добре, що у тебе така коротка пам'ять. Я більш досвідчений і я декого згадую. Мені здається, тобі треба шукати свій власний образ. Ти класно заспівав, мені сподобалось. Серйозно. Але образ Спасибо. Треба пошукати. Я думаю, що на X-Factor'і ти зможеш його знайти. Я тобі кажу так. Спасибо большое. Серега. Тебе слишком рано ломать свою жизнь гастрольными графиками. Кроме того, я не верю, что ты победишь в этом шоу. Не хотел бы работать с тобой, если ты упадешь ко мне в продюсерскую команду. Говорю тебе нет. Чего? Владислав. Скажите, вы знаете, что резко худеть очень вредно для организма? Я знаю, но я сделала это только для того, чтобы попасть в X-Factor. То есть вы в курсе, что искусство требует жертв? Требует жертв, и я готов на них идти. Да. Спасибо большое. Якщо сусідам скаже ні, ти далі не йдеш. Владислав, ви очень чистий чоловік. Очень чистий і где-то наївний по-юношески. Я тебя очень хорошо понимаю. Я в этом возрасте тоже был таким же. Но в тебе есть главное. В тебе есть и искренность. В тебе есть желание творить, желание петь, желание жить. И самое главное – это харизма юности. Харизма юности побеждает все. И я тебе, конечно, говорю «да». Спасибо большое. Спасибо большое. Столько эмоций, столько... Растерялась. Говорил, что не растерялась. Ага, ага, ага. Да? Да. Ой, столько эмоций. Я сделаю, конечно, все, чтобы пройти дальше, честно. Я буду работать. Скажи о своих эмоциях там, когда ты стоял. Эмоции. Очень большое спасибо залу. Их поддержка очень сильно влияет, честно, очень сильно. Очень большое спасибо жюри. Я буду стараться удивить Серегу, доказать, что я все-таки достоин идти дальше и достоин участвовать в этом шоу. Умница. Я поздравляю родителей с таким сыном, у которого есть такое стремление горячее петь и выступать на сцене. Я желаю удачи и теперь до встречи. Спасибо большое. До свидания. Это X-Factor, это счастье, это супер. А тим часом судді готові продовжувати прослуховування. Та зробити цього вони не можуть. Адже на вулиці розпочався справжній страйк. Пустіть Петра на X-Factor! Пустіть Петра на X-Factor! Пустіть Петра на X-Factor! У залі всі шоковані. Ніхто не може пояснити, що відбувається. Кого і чому так палко обстоюють ці байкери? З повернення на X-Factor ми у Києві. Сьогодні останній день відбору найкращих співаків країни. Вже за тиждень всі ті, кому судді сказали так, зберуться у тренувальному таборі. Просто бомба. Де на них чекатимуть нові надскладні випробування. Зрештою, судді оберуть лише 12 фіналістів, які і змагатимуться за перемогу у X-Factor.
Просто зараз у Києві під стінами залу прослуховування страйкують байкери. Пустіть Петро на екс-фактор! Пустіть Петро на екс-фактор! Пустіть Петро на екс-фактор! Петро, це я. Я буду співати в екс-факторі. Збентежені судді призупинили відбір. Страйкуючим байкерам вдалося прорватися у хол. З'ясувалося, що вони вимагають у суддів «Х-фактора» лише одного – дати шанс заспівати їхньому другу Петру. Вони би мене сюди занесли просто, не зважаючи. Ми вбирали по-любому, однозначно, другого вибрати не дано. Дізнавшись, що Петро просто не встиг виступити на кастингу у Львові, судді дозволили йому вийти на київську сцену. Я хочу співати, і я для цього прийшов. На півдороги ні туди, ні сюди не можна кидати. Насправді, я думаю, що там відбувається? Хто це так рикає? Це були ви. Ці люди зробили неймовірне. Вони сьогодні привезли свого товариша, вони тут все здійняли галас і примусили нас його взяти. Фактично, в останній день кастингу у Києві. Давайте з ним познайомимось. Його звати? Петро. Петро, йдіть сюди. Мені кортіло з вами познайомитися останні півтори години, тому що це за людина повинна бути, за яку друзі приїхали з Львова і вас привезли? Ну, байкери просто є справжніми друзями. Байкери є справжніми друзями. Це я розумію тепер. І тепер, хто буде розповідати, я буду цей приклад наводити. Не підведи своїх друзів і мене, які за тебе будуть зараз болівати. Я зроблю для цього все. Будь ласка, ось, сходи на сцену. Бувайте, друзі. Доброго вечора. Доброго вечора. Як життя? Богу дякувати. Звідки ви до нас приїхали? З Львова. На чому ви до нас приїхали? На мотоциклі. На мотоциклі? Так. Петре, що ти співаєш сьогодні? Сьогодні я буду співати пісню Тараса Чубая «Ти втретє цього літа зацвітеш». На прохання рокерів Каланчака Херсонської області співаю пісню Тараса Чубая. Дякую. Ти втретє цього літа зацвітеш такою квіткою, тендітною п'янкою. Кімната втратить риси супокою. По речі уйдуть у твій кортеж. Обернеш пил на срібло і кришталь, наділиш тіні здатністю до тліну. Одна із пелюсток розсуне стіни. Ти даль і подолаєш іншу даль. Ви співали з любов'ю. Любов до музики – це святе. Любіть музику. Продовжуйте співати. Але не на «Х-факторі», я кажу вам ні. Ні. У вас 4 ні, але зал вам аплодує за сміливість. Спасибі. Дякую, що не дали поспівати, я так довго їхав. Зустрінемось на другий рік. Обов'язково. Чудова пісня, чудово ти співав. Шкода, що не дали тобі доспівати її до кінця.
Шкода. Єдине, що було видно, що ти стомлений. Ну, не знаю, можливо. Ну, трошки можливо, було трошки видно. Вимотують обставини. І, зрештою, я розумію, є деякі технічні причини. Спів, звичайно, не досконалий, ні нічого не досконалий. Але обіцяєш, що ти будеш співати? Звичайно, я співати люблю, і такі дрібниці мене не заставлять перестати співати. Але поява твоя на проєкті – це вже подія. Я вітаю тебе, з такими друзями фантастичними. Дякую. Люди, я вам дякую, ви молодці. Дякую вам дуже. Суддівська відмова Петра засмутила. Але хлопець переконаний, за свою мрію варто було боротися до кінця. Петро, це я. 11 годину триває виснажливий останній день відбору. А наша невтомна ведуча про відпочинок і не думає. Вона нетерпляче чекає на наступного учасника. Добрий вечір, ночі. Добре утро. Як вас зовут? Альона. Альоночка, ви приїхали за кого поболіти? За Германа. За Германа. Уж утро близится, а Германа все нет. Где Герман? Есть, должен быть на сцене уже, наверное. На сцене? А от Герман на сцену не поспішає. Він все ще радіє, що нарешті дочекався свого зоряного часу. Хоча некоторые участники ходили з такими трагічними лицами ще до того, як вони пройшли. Ну, я считаю, що грустить. Кайф, я б так сказав, даже такі ощущення, яких, наверное, на других проектах і не буде. Герман, сядь на місце. Радісний Герман про сувору суддівську четвірку згадав лише за кілька секунд до виходу. Ні. Нет. 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 І злякався. Он точно не передумав. Герман, ну где вы столько ходите? Здравствуйте. Привет. Ну что, ты до слез уже довели? Я не могу понять. Я до радости. Да, где вы пропали? Я настраивался. Понятно. Да. Герман, не разочаруйте нас, пожалуйста. Выйдите. Я постараюсь. И постарайтесь. Знаете, очень так постараюсь. От души. Чтобы вот... Герман. Вот чтобы заплакать уже вот как-то вот. Хорошо. Так вот. Добрий вечір. Даже ночі, я би сказав уже. Здравствуйте, Герман. Здравствуйте. Господи, слушайте, под конец рабочего дня, конечно же, мы себя так себе чувствуем. Да ничего страшного. У вас есть шанс поднять нам настроение и вернуть нам веру в то, что есть еще таланты в Киеве. Попробуем. Конечно, это тяжела задача, но я в вас верю, Герман. Спасибо. Что петь будете? Ума Турман проститься. По минутам осыпается ожидание невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного, как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью. Здесь так долго друг друга искали мы и, наверное, пропали без вести. Простите, нету сил, закрывай. Я глаза закрываю, ой, туман уплываю по аллеям столицы. Простите за потери, потери. И года полетели за дождями метели, перелетные птицы. Простите. Герман, а вы знаете, я рискну и сразу проголосую, я говорю вам да. Замечательные юношеские субтоны, красивый, высокий,
Голос, высокие ноты, очень очаровательные. А вы мне сразу, между прочим, понравились. Я говорю вам «да». Ну, мені не сподобався твій голос. Мені здається, що людина з таким голосом не переможе в X-Factor, тому що цей голос недокручений, недорозвинений. Були дійсно якісь цікавинки, які почали випливати, але ти їх, простіться, загнав. Мені не сподобалось, ні. Я считаю, что тебе нужно дать шанс, да. Спасибо! Сквозь туман уплывая, по аллеям столицы проститься. Молодец, молодец. Спасибо. Спасибо большое. Супер, такие ощущения. Вот, круто. А-а-а, я не могу, спасибо. Капец! Он это сделал, слава Богу! Не будемо заважати їхньому щастю. Дріда! Обличчя цієї дівчини добре знайоме прихильникам шоу «Україна має талант». Я не можу жити так. У першому сезоні Лусине програла бій за право потрапити до фіналу. Я місяць, ровно місяць приходила в себе. Старалась нікому не показувати, що мені от грустно. Ну, я чесно говорю, у мене таке якесь відчуття було, що... Все, неужели это все закончилось? Два роки дівчина чекала на шанс знову заспівати на великій сцені. А я как узнала о X-Factor, я сразу уже, что я иду на X-Factor. То есть я не думала, там буквально за неделю или за две недели, как я узнала, я уже начала готовиться как бы и выбирать песни. Я очень тщательно к этому готовилась. Я не знаю, что сегодня получится. По крайней мере, я буду стараться. Вы кто? Я преподаватель и крестная с недавнего времени. Да. А мама где? Мама в зале, она очень волнуется. Боже, как я хотела познакомиться с семьей Лусине. Она такая какая-то трогательная, такая. Ну, родители такие же, они очень переживают, и вот, ну, волнуются, им легче из зала наблюдать. Но она упорна в достижении цели. Но она старается, она просто мечтает. Вот это вся ее жизнь, пение, она очень старается. И сегодня она будет петь песни, которые она еще ни разу не исполняла. Для широкой публики, да. И вообще эти песни, они, ну, малоизвестны. Но будем надеяться, что у нее получится. Я надеюсь, что она не так волнуется, как вы. Я на себя все забираю всегда. Иди-ка ко мне, миленький мой человечек. Что я могу сказать только? Что ты похудела сильно. Вот что я хочу тебе сказать. Лусинаш, да, пожалуйста, не подведи нас. Там сидит твоя семья в зале, здесь мы с твоим преподавателем. Я до тех слов уже начинаю вести. Я буду молчать. Не-не-не, просто не подведи. Мне сразу такая ответственность. Ну, потому что мы хотим тебя видеть дальше. Хотим видеть в конкурсе. Я тоже себя хочу видеть. Жестокое жюри. Пожалуйста. И двигайся, и энергию излучай. Я не знаю, что тебе подсказать. Я не знаю, как сказать, как я сейчас переживаю. И, наверное... Ну, я как ты переживаешь? Не знаю. Ну, как ты переживаешь? Вот как? Когда приеду Украина, когда на вступление на Украину моя талант, тогда у меня голова кружилась. И сейчас тоже начинает кружиться. Ну, ладно, если что, кричи, поможем. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут? Люсине. Люсине. Очень красиво. Волнуйтесь. Очень. Готовились? Да. Ну, уж вам-то наверняка известно, что такое слава. Прочувствовали? Так себе. Еще бы, наверное, хотелось. Лусина, что петь будем? Нино Катамадзе на русском языке. Давайте. Давайте.
Люсина, глаза бездны просто. Смотрела бы и смотрела. Очень красиво. Вы занимаетесь вокалом уже 6 лет, при том, что вам очень мало лет. Вам всего навсего 16. Поэтому, когда вы посмотрите свое выступление дома и послушаете внимательно, вы как человек со слухом поймете меня. Нет. Фу-фу-фу. Ну, я не знаю, ну у нас жюри демократичне до такої міри. Мені здається, після того, як ти виступала в «Україна має талант», ти стала співати краще, я тобі скажу так. Дякую. Хоча я тобі пораджу, все-таки не строїти себе зірку і не брати такий складний репертуар. На більш простих піснях ти ще краще розкриєш свій голос. А так можливі деякі проблеми, от яка зараз і була в ухах йолки. Сусідов. Лусине, у вас очень красивый голос, но есть ошибочки, безусловно, есть несовершенство, это слышно. Но дело не столько в этом. Мне кажется, вам надо избавляться от этой зажатости, от этой робости. Вы стоите на сцене и практически не дышите. Такое ощущение, что вот сейчас от нашего вердикта... решится ваша судьба, и случится апокалипсис в вашей жизни, и все, и жизнь на этом кончена. Нам бы этого очень не хотелось. Не надо все так принимать близко к сердцу. Обретите уверенность. Эта робость сквозит в пении и передается залу. А робость не должна передаваться залу. В зал должна передаваться только энергетика, посыл. Мы должны заряжаться. Мы хотим здесь, в зале, жить после от вашего пения. Вот когда хочется жить после выступления артиста, вот тогда артист состоялся. После вашего пения жить, конечно, хочется, но еще, как говорится, тысячу раз подумаешь, как жить. Обретайте уверенность, силу, занимайтесь педагогом, и у вас будет все замечательно. Я говорю вам пока нет.
Лусинет, но ты знаешь, что по правилам два нет, ты уже не проходишь. Да. Я долго думал, что тебе сказать, да или нет. И потом я попытался в голове своей проиграть, что же с тобой произошло, пока ты же ожидала в очереди. Мне кажется, что ты так хорошо поешь, и настолько ты совершенно владеешь своим голосом, что ты десятки, сотни раз успела в голове проиграть этот вокальный номер. Ты продумала все до мелочей. Как ты выйдешь? Как ты споешь вот эту ноту? Где ты пойдешь наверх? Где у тебя будет глиссандо? И так далее. Где ты форсируешь? И вот, когда дошло дело до выступления, когда ты вышла на эту сцену, ты просто уже к этому моменту перегорела, понимаешь, в чем дело. И ты начала манерничать вместо того, чтобы спеть. Вот не было мурашек, не шли мурашки по коже, не бежали. Ни у меня, ни у Кондратюка. То есть у тебя не получилось. Ты суперпрофессионал, но ты перегорела. Такое бывает. Приходи в следующий раз. Спасибо. Ну, мой хороший цветочек такой, мой хороший. Ты все равно лучше всех поешь. Ты все равно хорошая девочка. Ты не слушай их противных. Они просто меня сегодня огорчают, разочаровывают. Ты потрясающая, миленький мой человечек. Надо петь. Я тебя жду, приходи. Спасибо вам огромное. Спасибо. Лусине у розпачі. Дівчина не може повірити, що для неї X-Factor закінчився. Я злю сама на себе, тому що я дуже, ну, тщательно готувалась і не показала те, що хотіла показати. В останній день відбору найкращих співаків країни судді переконливо дають зрозуміти – помилок вони нікому не пробачають. Ми б могли вам заспівати Бетховена. Давайте. Я знаю этот рінгтон, это Моцарт. Сюди треба приходити побіждати. Категоричний ніз. Вот это ваше пение. С каждой годиной тем, кто чекает тут на свой шанс, стає все страшнее и страшнее, их легко зрозуміти. Навіть я не витримую того, що відбувається у залі. Надзвичайна вимогливість суддів з самого ранку дуже лякає Олександра. Мало хто знає, що цей хлопець – син відомого співака Віктора Павлика. Та на відміну від свого батька, хлопець вже 10 років співає лише у ресторані. Папа приїжджав постійно ко мені в ресторан, кушав шашлики. Люди там приходили в ресторан, там знайомий хазяїн, хазяїн говорить: «О, у нас Саша Павлік, син Віктора Павліка поє. О, ну давайте посидім, послухаємо, там подойдет, даст деньги, синок, а спой що ти». Олександр завжди мріяв про велику сцену. Та жодного разу не звернувся по допомогу до відомого батька. Наверное, папа не предлагал никогда. Но я всегда вот эти все вопросы как бы закрываю сам перед собой одной фразой, что отец хочет, чтобы я добился всего сам. И меня, ну, как бы я сразу, ну, я успокаиваюсь. Я думаю, что это правда. Олександрові час на сцену. Хлопець розуміє, на X-Factor'і все залежить тільки від нього. Привет. Проходи, пожалуйста. Нет. Ну что? Порядок, все хорошо. Все хорошо, хорошо. Все нормально, все хорошо, хорошо. Ты чувствуешь себя спокойным? Все в порядке. Волевым? Да. Так точно. И нас не подведешь? Нет, ни в коем случае. Ну, смотри, мы же тебя болеем. Спасибо большое. Пятеро. Спасибо. Тогда вот этими ступенями на сцену. Прямо сейчас? Да. Спасибо. Девчонки, идите сюда поближе. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые жюри. Доброго дня. Я Александр Павлик. Олександр Павлик? Так. Це правда, що ви син Віктора Павліка? Так, старший. Старший? Так. Це оплески вашому батькові. Дуже дякую. Ваш батько знає, що ви хочете співати? Так. Він заохочує якось ваш спів? Так, але ж він каже, щоб я
усього добивався сам. І не дає тобі навіть гроші на компакт-диски Серьоги і Йолки? Я сам покупаю ці диски. І заробляєш, да? І заробляю сам. Так це ти купив? Я. Ігор, я хотів сказати, що у нас шоу «Син за отца не відповідає», тому пожелаємо удачі. Спасибо. Олександру Павлюку. Спасибо. Але перед цим ти скажеш, що ти співаєш. Пою я пісню «Відлітаєш», українська пісня «Відлітаєш». Віті Павліка? Віктор Павлік. Ні, ну ти ж хочеш свій шлях. Так. Ти ж хочеш свій шлях в шоу-бізнесі. Тепер співаю другу пісню за це. Навіщо нам Віктора Павліка співати? Добре. Кончилась тетрадь, а повесть не дописана. Прости меня, но обрывается строка. В жизни так бывает, что дальше я и сам не знаю. Забывается вчера, и ни числа, ни имени. Прости меня, я, что имею, не храню, а потерявши плачу. А у тебя ведь все иначе. Александр, очень красивый голос, красиво поете. Вроде как Меладзе, и в то же время не как Меладзе, по-своему. Это очень хорошая манера. Сценичная, приятная. Все у вас взаимодействует одно с другим. Жест, движение, глаза. Все, все очень приятно, замечательно. Ничего такого супер выдающегося, конечно, в вашем пении нет. Вы тоже себе в этом отдаете отчет. Поэтому в этом смысле оценивать ваше выступление сложно. Здесь уже будут работать чисто вкусовые моменты. Но вы мне приятны. Мне кажется, такие исполнители должны быть. Поэтому я говорю вам «да». Александр, ну вы наверняка понимаете, что наличие такого именитого отца делает наше... Сужение, да? Как правильно? Журение строже. Ну вот я отца Александра не знаю. Я вот впервые увидел Сашу и ценю, оцениваю только его. А папа там какой он, что он поет или что, я не знаю. Я тебе потом наспеваю. Но я ожидала правды большего. Я скажу нет. Саша, є така приказка, може ти читав, на дітях геніїв природа відпочиває. Чув таке? Так. Серега, другий ні, Павлік вилітає. Все нормально, Павлік остається. Да. Твоє щастя, що Віктор Павлік не геній.
Ти залишаєшся. Дякую вам. Спасибо. Спасибо большое. Саш, скажи, ну вот ты состоявшийся артист, ну ладно, те, кто там еще, там, знаешь, делают какие-то шаги. В принципе, что для тебя вот этот проект значит? Этот проект еще один шаг к той светлой двери, к которой я стремлюсь всю свою жизнь. И я думаю, даст Бог, я когда-нибудь открою эту светлую дверь. Спасибо, X-Factor. Вже зовсім скоро найграндіозніший пошук тих, хто вміє співати, завершиться. У холі свої черги чекають лише кілька учасників. Всім привіт! Мене звуть Костя. Я прийшов на X-Factor, тому що я мечтаю стати настоящим артистом. Мріє про зіркове майбутнє Костя вже дуже давно, та його перша спроба втілити мрію у життя провалилася. В школі я ходив на хор. Недолго, правда, это продолжалось. Вот. Я был балован, и получилось. И меня выгнали за баловство с того хора. Костя переконаний, його друга спроба зійти на зірковий Олімп буде куди успішнішою. Ой, бідний, нещасний наш учасник потерявся. Ви потерялись? Нет. Нет? Давайте Нет. знакомиться. Меня зовут Константин. Очень приятно, Константин. Вы волнуетесь? У вас да, целая конечно. Папка просто бумаг. Да, конечно. Вы собираетесь с ними выйти на сцену? Я хотела бы с ними выйти на сцену. Дело в том, что та песня, которую я готовил, я не нашел последним, ну, я не нашел просто ее минусовку. И в последний момент я изменил песню. Поэтому я боюсь забыть слова и сбиться. Поэтому я хочу выйти на сцену с подсказкой. И тем более я вообще сильно волнуюсь и боюсь сбиться. Это лучше будет, чем со словами выйти. А если выйти? Им не понравится, если они заругают вас за слова? Ну, так и будет. Мне кажется, это лучше, чем вообще сбиться и ла-ла-ла петь. Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. А что у тебя в руці? Скажи, будь ласка. В последний момент мне пришлось изменить песню на ту, которую я нашел минусов. И яка це песня? Андрей Губин, «Девушки как звезды». Про девушек, пойте про девушек, ну, Константин. Ладно, пойте. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Сиреневым бульваром по воскресным площадям ходят девушки такие, что не верится глазам. Не заметить невозможно их волшебной красоты. И одну из них увидев, про себя подумал ты. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Ой, 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 Костя. Оказывается, голос у вас марципановый и миндальный только когда вы говорите, но не когда вы поете. Ну, сейчас я попробую спеть песню девичью. Ну, какие вам девушки, скажите? Они вам совершенно не удались. Они все оказались мимо нот. Они все пролетели мимо вашей кассы. Сергей Васильевич, давайте по существу. А по существу я уже все, собственно, и сказал. Я думаю, Костя все и сам понял. А можно мне спеть еще припев песни акапелле? Боюсь, коллеги акапелле? Не разрешат. Друзья, разрешим? Акапелле, давай акапелле, пожалуйста. Давай. Акапелле, да, можно давайте. Петь? Давайте, можно. Шаг, еще раз шаг, вот так, вот так, вот так, взгляд. Теперь ты мой, и нет пути назад. Милый, я все решила, хочу медовый месяц на сей шило. А вот это уже лучше. На самом деле, Костя, вам петь не надо, вам нужно говорить. Вы шоумен.
Спасибо. Читать какие-то стихи, приколы, эпиграммы, шутить. Вы шоумен по природе. Мне очень хотелось бы стать артистом. Я надеюсь, что очень надеюсь, что мне это шоу в этом поможет. Но не петь, не петь. А у нас здесь еще и поют, Кость. Вот в чем дело. Еще и поют, надо обязательно петь. Вам вот только шоуменство, клоунада подойдет. Вот, может быть, фокусы. А может, вы мне дадите возможность петь еще одну песню? Ой. Не-не-не-не-не-не-не. Вы должны вынести себе свой вердикт. Я говорю, нет. Хорошо, что Сергей Соседов говорит много, мне можно помолчать. Я ограничусь одним словом. Константин, нет. Костя, мне понравилось, что ты не подсматривал в текст. И еще я хочу заметить, что двигался ты гораздо лучше, чем пел. Это тоже большой плюс. Но мой ответ нет. Костя! Костя, Костя, підожди, не плач, спокійно. Це правда, що ти свій талант виявив, коли співав караоке з апаратом, да, караоке? Так. Да. Ти просто віднеси цю установку в ремонт, хорошо? От я хотів все сказати. Ти обдурив апарат, але ти не обдуриш глядачів. Співаєш ти, ну, м'яко кажучи, ніяк. У тебе 4 ні. До побачення. Обещал хорошо спеть. Ну, я старался. Ну, что ж не получилось такое? Что случилось на сцене? Волновался. Волновался сильно. Но ты еще потренируешься, придешь через год. Да, обязательно. Хорошо? Удачи тебе. Спасибо. Спасибо. До свидания. Хочу, чтобы меня показали по телевизору. Чтобы во мне узнали, как о новой восходящей звезде. Смотрите, X-Factor на СТБ. А на суддів чекає останній виступ київського відбору. За 5 тижнів пошуку головного співака країни вони почули сотні фантастичних голосів. Здивувати вибагливу четвірку вже навряд чи можливо. Це добре розуміє Ярослав. Хлопець ще зранку був не впевнений, чи варто взагалі виходити на сцену. Адже від участі у X-Factor'і Ярослава всі відмовляли. Є такі люди, які мені говорять, що це просто нереально попасть на X-Factor, ну, такий от шоу, але... Многие не верят вообще, что петь это вообще для меня. То есть я должен вообще не петь, а идти там на завод стругать. Многие не верят в мои силы и в меня вообще. Та Ярослав співати любить більше за все. 5 тижнів, поки тривали прослуховування X-Factor'а, хлопець вагався. Врешті зрозумів, впустити свій останній шанс він не може. Попри нескінченні відмовляння, Ярослав зважився заспівати на X-Factor'і. Скажіть мені, будь ласка, в якому настроєнні, Ярослав? Я думаю, хорошо. Отлично? Да. Готов побіжати. Мама знає. Да. Волнується. Зараз ми спросимо у нього. Ярослав. Здравствуйте. Привіт. Як діла? Хорошо. Ну що ж, волнуєшся? А так, немножко є, звісно. Но... Так, пойдет. Пойдет? Пойдет. Отлично. Тогда давай, чтобы ты не потерял заряда этого эмоционального, вот на эти ступени они на сцену выведут тебя. Хорошо, спасибо. Вперед. Девчонки, идите все ко мне. Всем привет. Меня зовут Ярослав. Привет, Ярослав. Здравствуйте. Меня зовут Сережа. Я сижу в жюри и вместе с моими коллегами принимаю решение, пройдешь ты дальше или нет. Ходят слухи, что мы здесь вызываем всех вас на сцену, чтобы найти у вас якобы X-Factor. На самом деле я тебе
Открою правду. Все на самом деле совсем не так. Мы ищем нового Ива Бобула. Скажи, ты готов стать новым Ива Бобула? Безусловно, конечно. Что ты будешь нам петь? Я «Пятый элемент» буду петь. Ну так пой. Спасибо огромное. Спасибо, Ярослав. Этот замечательный голос, друзья, называется контртенор. Просто чтобы все знали. Конечно, это было удивительно. Это феноменально. Это уникальный голос. Редкий, редчайший, я бы даже сказал. И я думаю, здесь не может быть никаких сомнений. Такой голос единственный на нашем шоу. Я говорю «да». Спасибо огромное. Ярослав, голос действительно уникальный. Было очень-очень-очень красиво. Я, правда, не знаю, что дальше делать с таким голосом в шоу «X-Factor». Но в надежде на то, что вы нам продемонстрируете все четыре свои октавы,
Вы этого хотите? Но только попозже. Я скажу вам. Да. Спасибо большое. Ярослав, впервые в моей практике человек спел таким живым голосом, что отказала даже фонограмма. Она не выдержала соперничество с живым вокальным органом, мощнейшим, которым ты обладаешь. Я говорю тебе да. Спасибо большое. Вважається, що я в нашому журі найрозумніший. І тому я найпершим зрозумів, що треба сказати так. Спасибо большое. У тебе 4 так. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Ну, мальчик мой, что я хочу тебе сказать? Вот так удивил. Спасибо. Я так волновался. Я думал, мне все скажут нет, потому что... О, это не формат. Спасибо мне. Действительно, очень... Не знаю. Теперь расскажи нам правду. Мама сказала, что 2 года она не слышала. Она была шокирована. Сказала, что для нее это сюрприз, то, что ты сделал сейчас на сцене. Как это получилось? Почему ты скрывал от мамы? У меня была очень сильная мутация. И у меня несмыкание связок было. И вот буквально недавно я запел. Мне... Голос и баритон, и тенор, как угодно могу петь. Ну, тут я решил 5 элемент спеть. Умница, молодец. Спасибо. Я тебя просто поздравляю. Супер. Спасибо. Здорово. Большое. Спасибо большое. Я вас поздравляю, молодцы. Я жду дальше вас теперь. Силы спасибо. Для конкурса берегите. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Все тільки починається. Вже за тиждень на сотню найкращих співаків в Україні чекають непередбачувані випробування, а судді нарешті дізнаються, з ким їм доведеться працювати. Це неможливо пропустити. Вже за тиждень несподівані рішення суддів шокують учасників. Ти зараз своїм виступленням просто підписуєшся смертний приговор. Одна з фавориток шоу знаходить своє кохання. Ти чим займаєшся в тренувальному лагері? Не треба знімати, пожалуйста. Бери камеру. Боротьба між суддями сягне апогею. Я там не буду, кстати, видеть, чёрт. Кого хотите, того и ставьте. Дело не в том, что... Некоторые только ставите сюда. Она пошло выступила. Она шикарно выступила. Пошло! Такого виру пристрастей країна ще не бачила. Ви повинні це почути. Сусідів, я зараз говорю.